горы. Кишинев, Кишинев. Я там сидела, когда на лавочке видео короткое снимаю. Кто-то мне пишет, это не Кишинев. Ну, не знаю. Я нахожусь в Кишинев, в городе Кишинев. Живу, проживаю в городе Кишинев. Если кто-то сильно не верит. Кинотеатр Патрия. Все, ушел мужчина? Нет, сидит там. Уже сидит. Кто стоял, пока я снимала видео. А сейчас присел. Только заметила его. Будний день. Сегодня четверг. 6 июня. Будний день. Не знаю, будет дождь или нет. Передают. Передавали, по крайней мере. Так, затянулось тучами. Мужчина перебегает. Что это за машина? Мерсик. Мерседес. Все, а я иду. Я вчера все-таки к карте вернулась. Уже после того, как я зашла в примарию, во сколько? Ну, к 6, да, уже 6 было. С охранником поговорила. И все-таки я решила вернуться, посмотреть, все ли там на месте. Ой. И уже со спокойной душой пошла домой пешочком. И прошла уже через парк. Как раз услышала музыка, музыканты играли. И, ну, немножко посидела там, выложила коротенькие видео в шортс. И пошла домой пешочком. Так что вчера я все-таки миссию выполнила. Совесть замучила, думаю, ну как это так? Как это так я про все на свете забыла. И в примарии не сходила вовремя. Да я уже быстрее рвалась домой, быстрее через рынок купить черешню и быстрее домой. Поэтому у меня так получилось. И тенек искала тоже. А там как раз такое солнце было. Что там такое? Что-то такое. Что она кидает? Не поняла. А, это та, что я прошла, что ли, мимо нее. Сидела на скамейке с пакетами там, с торбами. Ой, боже мой, что себе как кричит, я ж отсюда услышала. Все, иду я тогда, пройдусь через арку, посмотрю еще раз. Не знаю, ждать еще до 2 часов есть. Может быть, где-то на лавочке посижу в тенечке. Подожду 2 часа, тогда и зайду, узнаю. У них обед сейчас. Узнаю, что чего, что они мне скажут, послушаю. О, гонщики, да? Ладно, иду я к арке тоже подойду.